«Подари дрова» под таким названием вот уже 6 лет в Тверской области реализуется один из проектов общественного движения гражданских инициатив «Доброе дело». Второй раз в проекте участвует Сбер, а волонтеры Тверского отделения Сбербанка помогают разгрузить закупленные, привезенные пенсионерам дрова. Многотонный самосвал заезжает на частный двор, совершает небольшой вираж, и спустя несколько мгновений 10 кубометров колотых дров разом вываливаются из кузова грузовика. Получательница ценного груза – пенсионерка Зинаида Романова. Женщина живет в одном из домов деревни Грузины Торжокского района. Газа в населенном пункте пока еще нет. Свои дома местные жители отапливают дровами и углем. Ресурсы эти, признается местная жительница, как говорится, на вес золота. Дрова для меня, лично для меня, это самое-самое главное сейчас. Сил-то уже больше нет. Вот. А без дров, вот видишь, какая погода-то. Как рассказывает пенсионерка, для того, чтобы отопить дом в зимний период, необходимо заготовить около 15-20 кубометров твердого топлива. На помощь пенсионерам приходит общественное движение гражданских инициатив «Доброе дело». В рамках проекта «Подари дрова» 6-й год подряд объявляется сбор средств. На них закупаются дрова и развозятся пенсионерам по деревням. Второй раз в проекте участвует Сбер. При поддержке Сбера будет оказана помощь 57 пенсионерам региона. Им доставят по 10 кубов колотых дров. Чтобы разгрузить их, к проекту подключаются волонтеры Тверского отделения Сбербанка. Движением «Доброе дело» мы не один год. Прежде всего, это наши партнеры и единомышленники. Мы всегда стараемся поддерживать их добрые инициативы, поэтому у нас реализовано совместно несколько общих проектов. Мы очень надеемся, что сегодняшнее «Доброе дело» принесет в домах бабушек и дедушек не только тепло, но и хорошее настроение. Спасибо всем, кто организовал это. И кто вот тут помогает мне, и кто привез, и вот кто сейчас убирает. Всем огромное-огромное спасибо. В общей сложности в рамках проекта в текущем году общественным движением гражданских инициатив «Доброе дело» было собрано почти 3 миллиона рублей. Принять участие может каждый, отправив СМС со словом «Дрова» на номер 3434.